И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Panzer. В общем, давно я уже не играл в Panzer, и решил, почему бы не поиграть. Вот. Такие вот дела. О чем поговорить? Да ладно, шучу. В общем, сыграл я тут пару боев, пока разыгровочки и так далее. Пока я не играл, так сказать, некую тактику придумал по набиванию ЦП. Она канает, но не всегда, и я ей плохо пользуюсь. Суть тактики такая. В блок, удар, блок, удар, блок, удар. То есть пока блок, она все равно сработает. Вот, и удар. Ну, вы поняли, да? Пока они ударяют, ты стоишь в блоке. Пока они, у них проходит анимация, ты бьешь. ЦП набивается, но не всегда. Ну, и не всегда, так сказать, канает. Ну, да ладно, посмотрим, что да как сейчас будет. Отлично, гугла спас. Это хорошо. А, фак. Не добьешь. Да не ищи. Конченые. К тому же. Пошел в жопу отсюда. Добить. Добить, добить, добить. У них еще хил остался в живых. Ну, отлично. Пошел вон отсюда, ублюдок. Ага. Ну все, короче. Вы меня бесите. Опаньки! Тя! Не успел. Добьет. А, не. У них берсат все-таки добили. Отлично. Гусь! Ну, блин, так это, так сказать, отдельная история. Из отдельного видео. Блин, не успел. А, у меня уже бутылка был не в откате. Ну, отлично. Ну, ладно. Отдельная история, за отдельное видео и наверное, долго рассказывать. Ну и тем временем я на первом месте каким-то образом оказался. Два танка на первом месте оказались. И по понятным причинам, но по непонятным причинам танк убил двоих. Ууу, Google. Не, Google он прикольный, чего. Реально, он тащит, он умеет играть. В этом плане я даже не сомневаюсь. И я с ним потому что уже играл. Блин, сейчас хотел как в Расте нажать Alt и посмотреть. Как в Расте, как в арке хотел нажать и посмотреть. Ну, вот такой я, блин. Давай, 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 давай. Сильно не торопись, сильно не торопись, сильно не торопись. Твою мать, бежим! Кто не успел, тот рак. Вот она, собственно, моя тактика. Вот, ну... Канает она, не канает, судить, конечно же, вам. Ну, а я, собственно, попользуюсь ею. Пошли все вон. Мне нужен бутыль выпить. Ну, как я уже сказал, канает он не канает, судить вам. А вот я ЦПшечку набил себе. Да, я урона не наношу. Но ЦПшечку хорошо набивает. Это оно как. Пожадничал, второй раз ударил и поплатился чутка. Бутыля у меня на хп нету, так что все фигово. На тебе, скотина. Не уяс не буду включать. Смысла нету. Бутыль еще в откате, значит я даже под неуязом не успею его выпить. Но я сейчас делаю прорыв. Посмотрим. Но опять-таки же нужно использовать все это дело с умом, поэтому я буду использовать прорыв, понятное дело, с умом. Воу! Собственно, в такие моменты, понятное дело, нет смысла использовать. Поэтому я сейчас побегу в другую сторону. На захват точки и на зачистку точки. Это потому что я... О, они сами уже прибежали сюда. Отлично. Молодцы, ребята. Молодцы вообще, ребята. Давайте ЦПшечку немного выпьем. ЦПшечка в откате еще? Отлично. Отлично. А я могу тут пока что бесчинствовать. Чё хочу, то ворочу, короче. Ну, гравик тем самым я убил. И на том хорошо.
А, черт, не достал. Нате! Отлично! Просто зачетненько! Мелкая говнесса! Отлично. Пью бутыль. И посылаю всех в жопу! А теперь... Строгая защита. Нате, в натуре напоследок успел ударить, но толк от этого был ноль. Не, прорыв удался. И вместе с моим прорывом народ тоже решил прорваться. Это хорошо, что у нас совпало. Но, к сожалению, наша атака захлебнулась на этом же самом месте. Отлично. У меня еще хватает на один прорыв. Но поможет ли это мне? Об этом история умалчивает. Блин! Уу! Ну свои же, ну чё ты? Я видел, что здесь кто-то бегает. По мне это бить зачем? Отлично! Понеслась! Мелкие твари, а! Вы блядки мелкие, я сейчас вам уроду тут все раздербаню. Просто затащил! Как царь и бог! Это наш там стреляет? Не, это не наш там стреляет. Да, у них есть Скай, у них есть Каны. И в этом плане я не спорю, это просто жопа сраная. Пошел вот. А точка-то наша, оказывается. Вот это хорошо. Было потно. Было очень чертовски потно. Да я просто тащу! Твою мать, а! Не, ну, было неплохо, но недолго. Как тяжело разыгрываться, если честно, после долгого перерыва, это просто вы бы знали. Мне бы не на этом весе бегать, но, к сожалению, день рождения только раз в году, но, блин, тут другая история. К сожалению... Вес сбавить не получится. А снимать шмотки я не хочу. Пфф, нафиг. Это, снимай шмотки, это для лохов. А, у них хил есть, а у нас нет. Вот это, конечно, да. Хорошо. Теперь хотя бы более-менее понятно, почему они немного живучее, чем мы. Давай. Отлично. Воу, я лечу, ёпта! Опаньки! Опаньки! Пошли вон, твари! Ага! Я тип так и подумал. А чё мы можем? А мы можем сделать так! А мы можем сделать так! И давай! Больше дамага, больше урона! Больше на... Твари, дамагу нам надо наносить. Ага, сейчас. На том свете тебе помогут, козлина. Вот это, конечно, поворот событий дня. Я чутка не ожидал такого раннего подхода. Да пошел ты в жопу отсюда, тварь тупая. Я тебе сказал. Йоу! Тихо! Скилл откатился, успел, я это видел, но я уже лежал, когда скилл откатился. И скилл, и бутыль. А, нафига мне хил-то? Вот я лупень. Вперед. Я не знаю, что еще говорить, когда я бегу. Только сам себя подбадриваю.
Ладно, посмотрим. У нас что-то я... Если честно, я у нас даже Скай как такового сильно не замечал, но я так думаю, он все-таки бывал. Отлично. Ну и что? А что у нас здесь? Пошел в жопу. Мелкое мудло. Чмошники. О, прикол. Бил-бил. И в итоге по всем промазал. О, вот это, конечно, да. Это, конечно, чутка подставно. Не, с хилом, конечно, это хорошо. Начнем, пожалуй, с того, что у нас даже тотемов нету. И постоянно скает врага. Так что тут и не поспоришь. Тяжеловато. Вот. Ну, а что поделать? Хе-хе-хе-хе. Да нища. Ну, блин, толку от того, что ты там пыжишься, что-то пишешь в чат. Это же глупо. Ты себя только идиота выставляешь. А вот это уже наш скайт. Это означает, нужно рвать когти. Вот, пожалуйста, наш скайт, и сразу же заходим на точку. Пошла в жопу. Пошла в жопу, говорю. В жопу, говорю, иди. В жопу, говорю, иди. В жопу, говорю, иди. И далее, тайминг, тайминг, черт побери. Не, я эту серию выложу все-таки. Не важно, что она получилась провальной, я ее все равно выложу. Мне она прикольнула. Вот, предыдущие две я удалю, а вот эту выложу, она меня прикольнула. А вот. Но разыгрываться очень тяжело разыгрываться с нуля. Вы бы знали, насколько тяжело разыгрываться с нуля. Реально, я месяц, наверное, не играл. А то и больше. Вот когда последняя серия у меня по позору выходила, собственно, тогда я и играл. Не вовремя я щит убрал, да? Не вовремя у меня энергия закончилась, да? Пошли все вон. Ага. Я туда влетел. Незачем. А вот и сорочка добила. Ну что поделать, что поделать. Тут уже ничего не сделаешь. О, вот это, конечно, инженер красивый сейчас сбомбанул. А с чего он, с мортира, что ли? Я просто не понял, с чего он бомбанул. Но было красиво. А что, точка еще вон наша до сих пор. Круто. Ой, там что-то берса бомбит. Че его бомбит так сильно? Вроде уже прикольно играем. Ой, я вовремя не поставил блок. Вот я лох. Опаньки! Опаньки! Урон, помощь! Все дела! А чё? Накинулись все! Ломаем Тесла! Убить врага! Выкинуть его, ублюдка! Это козлина такая! Устроил паровозик, блин, козел. Да, я выпью бутылечек. Спасибо, не нужно было, конечно. Ну ладно, что уж поделать. Одна надежда только на бутыль. Твою мать! Тихо, тихо, тихо! Я же говорю, тихо, ну чё ты в натуре? Убежал. Отличненько, и на том хорошо. Вроде как, тащим пока что. На тебе, скотина тупая! Воу, легче. Легче, паря. Ну, блин, а. И че я в этих бутылях путаюсь в кнопках?
Да, конечно, добьешь, потому что у меня там 4000 хп. Ух, меня даже обычный берс добьет. Потому что ему обычного 5000 дамага. Обычно добиваю без ничего. Ух, ну ладно. Блин, надо же было так. Я сначала нажал на кнопку на ЦП бутылку, а потом уже на энергию. Попутал? Попутал кнопку! Ты чё, попутал кнопку, что ли? Кстати, у меня 23 тысячи хп. Это круто? Это черт побери круто! Пошли вон отсюда! Ты слышишь? Иди отсюда, тварь! Я тебя сейчас голову вскрою! Слышишь, мелкая тварь? А, ну отлично, блин. Пока мы туда-сюда бегали, вот точку у нас захватили. Ну а что поделать, не мне же всегда следить за точкой. Ой, чувак, ты был на точке, ты бы мог бы хотя бы немножко следить за ней, раз так сильно бомбишься. Ну да ладно, серия вышла вполне неплохая, и мне вполне это понравилось, если уж на то пошло. Вот такие вот дела, народ. В общем, на этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Ну, в общем, всем удачи, всем пока. Как вы видите, Панзар до сих пор еще выпускается, я слежу за последними новостями. Ну, да и все дела, бла-бла-бла. В общем, всем пока.